Привет, и вы на канале Межземля, и сегодня мы возобновили старую рубку, ну вообще вчера возобновили. Ну, короче, все подробности в первом видео. Первое видео я снимала вообще очень давно. Это в прошлом году летом. Вот это вот, я вообще не помню, что там, потому что я делала в прошлом году летом. Это новиночка. Это последнее, что мы будем готовить. Ну что ж, поехали. Этих я вообще ничего не помню, так что мне будет самое интересное. Так что давайте выберем из коллекции пластыря. Идем вот такой вот. Выберем. Простите за задний фон, задний звук. Из коллекции вкусняшки. Мама просто меня позвала кушать, но я сказала то, что я потом покушаю. Короче, из коллекции вкусняшки я хочу взять. Вообще не помню, что там. Что взять? Вот такой вот маленький, самый маленький. Понимаешь? Из коллекции патчи. Патчи. Не патчи, а патчи. Из коллекции. Я хочу взять. Давайте самый красивенький какой-нибудь. Красивый. Давайте голубой вот такой. Интересно, там какие вот, вот такие вот реально? Или что-то там другое? И... Ой, извините. И новая коллекция, это приготовь. Я все помню, куда я что ложила. И мне хочется открыть. Вот это нельзя открывать. Пока только мы приготовим. Пакетик мой самый нелюбимый, потому что я здесь перфорацию слишком вот так сделала. Так что я возьму его, чтобы быстрее избавиться от него. Все. Приколёжек. Первая коллекция у нас вкусняшки. Так. Вкусняшки, это у нас вот этот пакетик. Так давно не открывала сюрприз вообще. О-о-о! Круто. И что у нас попалось? Что такое? О, Милки, ой, Несвик. Несвик номер один. Сюда вот. Один. И приклеиваем. Сойдет. Так, потом... У нас коллекция патчи. А, она вот такая круглая, да? Я думала, вот такие вот штуки прям будут. Патч вот такой вот голубенький. Точно такая же перфорация. Это что? Это что, киви? Похоже. Номер три. Сюда. Как там ее клеили нам, да, были? Все. Клеился.
Так, теперь что у нас дальше? Коллекция пластырь, да? Пластырь коллекция. Какие-то линии здесь. Перфорация. Так себе. Вот здесь вот сработала перфорация не очень как-то. И как мне его открыть? Да, я могу порвать. Аккуратно. Надо быть очень аккуратным. Во, все, открыла. Не знаю, вообще перфорация как-то вообще не сработала. Что такое? Номер 2. Вот сюда. Я почему-то подумала номер 1. Потому что розовенькое такое. Но нет, это номер 2. О, вот такая вот коллекция у нас. Всю музыку. Так, и следующую коллекцию у нас приготовь. Последний пакетик. Это мой самый нелюбимый пакетик. Я вам говорила. Самое интересное, как сработает фара. Здесь не очень. Здесь у нас помидор. 4. 4 вот здесь. Это же 4, да? А, да. Все. Вы уже догадались, что мы будем готовить? Не знаю. Всем пока-пока. До встречи в новых видео, и я обещаю следующий раз я сделаю новую коллекцию. Пока-пока!